Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале HeadSetInfo. Сегодня покажу, как на устройстве Nubia Red Magic 8S Pro изменить настройки даты и времени. Чтобы на данном устройстве изменить настройки даты и времени, вам будет нужно перейти в сами настройки, здесь же настройках будет нужно перейти в систему, где мы увидим даты и время третьим пунктом и нажимаем на него. Как видим, мы можем изменить и настраивать время автоматически, дату можем выбрать и, конечно же, время можем поменять на любое. Можем также вернуться автоматически, чтобы оно определялось по часовому поясу, который также настраивается автоматически по геопозиции. Также можем регионально настройки по умолчанию, можем изменить 24-часовой формат на AM, PM, или же назад вернуть и включить регионально настройки по умолчанию, которые будет определять наш пояс по AM, PM, только по нашим геоданным. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, до свидания.